Серёж, как дела? Отоспался наконец. Что, поклонницы замучили? Как самочувствие? Неважнецкий. К вам вчера вечером опять приходила дочь. Зачем? Ну ты, Игорек, как не родной. Ну зачем же дочка может приходить к отцу? Вот я спрашиваю, зачем? Я, милый мой, подозреваю, она прикидывала, как поджечь наше холостяцкое братство. Во, как пить дать. Вид у нее абсолютно сдвинутый. Минут 15 глазела по сторонам, спросила, где отец, и ушла. Ничего не сказала? Ну да, из нее клещами не вырвешь. Давайте мы горяченько подойдем. Игорь, вы в город? Я вас прошу. Возьмите телефон, позвоните жене, скажите, что я... Словом, пусть приедет. Желательно сегодня. Ну, профессор, он позвонит, и вы сегодня же уедете домой. Холостяцкая жизнь не для меня. Днем в автомобиле, ночью в автомобиле. В автомобиле есть, в автомобиле спать, в автомобиле сходить с ума. А я, например, не схожу. Мне нравится. Вы счастливый человек, Лебедев, а я не могу больше. Хочу домой, к жене, к детям, к внукам. Не хочу больше здесь. Ну, что же, профессор, не надо так хандрить. Ты все же вспомни, может, дочка что-нибудь сказала. Да нет же, клянусь. Стояла и молчала, как эта египетская мумия. Да? Серьезно? Обязательно позвоните, Игорь. Здесь я умру. Игорь? Что? Игорь, у тебя кофта порвалась. Да вот, внизу. Да вот, видишь. Ну, ничего, это можно зашить. А ведь у меня тоже все полетело. Какие дела?
Ой, Сашенька, погляди, кто к нам пришел. Игорь Николаевич, проходите. Голубчик, проходи. Здравствуйте, Игорь Николаевич, проходите. Я вчера не смог, у меня дела. Но это здорово, поздравляю. Так ведь это все благодаря вам. Спасибо вам большое, Можно Игорь Николаевич. Да-да, пожалуйста, принеси стул. Избитых всегда получается толк. Правильно делали, что поругивали. Бить и то мало. Мама. Что больше работал, лучше писал. Принеси книжку-то. Вот это вам. Здесь предисловие написал Евтушенко. Может быть, Вот занят домой, все время занят. Предисловие написал Евтушенко. Может быть, прочитать, что написал Евтушенко? Все время так. Может быть, там трубка... А, это потом. Извини. Вчера все наши собирались, вас вспоминали. Я там все написал. Спасибо большое, Игорь Николаевич. Здравствуйте. Вы за Ланой? А ее нет в школе. А ты откуда знаешь? Мы из одного класса, не помните мне? А почему ее нет? Не знаю, может, заболела. А вы разве дома утром ее не видели? А я вот ногу на физкультуре подвернула, отпустили. Вы не отвезете меня домой? Пошли. Здесь недалеко, сначала прям. Вы, наверное, уже ушли, а Лана еще спала. Рано на работу уходите. Куда теперь? Налево. А домой звонили? Теперь? Теперь тоже налево и сразу направо. А я вас правда помню. Вы у нас в классе свои стихи читали. Разве не помните? Дальше куда? Вот через дом мы приехали. Спасибо большое. Дальше я сама допрыгаю. До свидания. Thank you.
Алло. Буфет можно разменять для телефона? У вас буфет есть? Да? Пожалуйста. Если можно разменять для телефона. Алло, Нина Ивановна, сосед Игорь Николаевич. Да, мне срочно надо поговорить с женой, а там все время занято. Не можете ее попросить, чтобы положила трубку? Спасибо. А, спасибо. Черт возьми, не могу дозвониться с самого утра. Я не кричу, говорю. Где дочь? Ну, позови ее. Куда вышла? Почему ты ее держишь дома, когда все нормальные дети в школе? Чем приболела? Ну вот, температура, ты ее отпустила. Ну ладно уж, какой я отец, это не тебе знать. Вот именно. Привет. Можно еще раз? Конечно. Сок томатный, пирожок.
Во что тут кино? Кино. Григорий Семенович. А я 3 дня к вам в редакцию никак пробиться не могу. Григорий Семенович. Товарищ Мануйлов. Вы же мешаете, сядьте. Ну, Павел. Слушаюсь. С приездом. Спасибо. Куда им? Ой, сейчас. Так. Улица Примерная, 22. А, замечательно. А где это? А я почему знаю? Замечательно. К родственникам или к знакомым? Общежитие. А что? А, студенческое. Рабочее, рабочее. А, рабочая сила. А что? Да ничего. Значит так, сейчас я вам скажу, где ваша улица, где ваш дом, дальше поедешь на ком-то другом. Это очень далеко, меня ждут. Так, я не поняла. А что тут понимать? Ждут? Ну вы, а что, взяли так везите? До конца давайте везите. Вы что? Здравствуйте, а вас кто ждет? Тетя. Где? В общежитии. Подруга. А, молоденькая? 24. О, так это старенькая. Ой, на себя посмотрите. А что, я еще вполне, ой, вполне. Ой, знаете, где держит, сказал. Тихо. Не нравится? Алло, девушка, мне нужен домашний телефон. Доропеев. А, имя, отчество? Не помню, вылетело. Ну, профессор Дорофеев. Ну, как не имеет значения, профессор есть профессор. А что у вас вообще записано? Ну, не помню имя, отчество. Это, знаете, когда нужно... А вы еще посмотрите фильм.
Кому молодые люди? Снегур, Тамаре. Нет вашей Снегур. Как нет? Уехала. Самолетом или поездом, не знаю. Отдыхать уехала. Как уехала? Я же приехала. Вот приедете тогда, когда ваша Снегур вернется. А где ваше начальство? Понедельник. Понедельник начальство будет. Ха, замечательно. Ходите. Так, ну куда дальше? На вокзал. Так сразу? Так сразу. Так сразу не получится. Сначала заедем туда, куда я опоздал, по вашей милости. Замечательно. Идемте. Идемте, идемте. Ну... Идемте. Кстати, как ваше имя? Вера. Вера. А ваше? А как звали самого знаменитого древнерусского князя? Олег. Игорь. Маленькая. Игорь. Как он сказал? Да отстаньте вы, в конце концов. Как он сказал? Перестанете вы... болтать, в конце концов, или нет? Надоело. Расшумели. Кстати, Верочка, как вы к стихам относитесь? Сами, наверное, пишете? Что? В школе, небось, сочиняли? Серый, монотонный дождь идет, влажный воздух, ультрафиолетов. Все в тебе и мокро, и темно, и душа пылает жарким светом. Похудевший, мокрый воробей думает о мокрой, подлой доле. А в груди теснится все сильнее, хочется хорошего до боли. Серый, монотонный дождь идет, монотонный, серый дождь идет. Это я помню. Мы в школе проходили. Нет, Верочка, в школе не проходили. Может, когда-нибудь и будут проходить? Это мои стихи, собственные. А вы чего? Поэт, да? А почему с таким недоверием? Да обманывайте. Нет, Верочка, не обманываю. Я иду по мостовой булыжной, в розовой прохладной тишине, а из-за палисада тянут вишни, ветви запыленные ко мне. Потрясающе. А дед тоже ваш? Угу. Из ранних. Потрясающе. Здравствуйте. Одну минуточку, товарищ. А вы к кому? В отдел культуры. Будьте любезны, отойдите. А по какому вопросу? А в чем дело? А в чем, что люди позвоните? Работают, а вы им мешаете. Это дежурная. Тут к вам гражданин. Да, из ассоциации Крик. Скажите, ассоциации Крик, скажите. Из ассоциации Крик. Так, фамилия ваша. Поэт Белов. Поэт Белов пришел. Скажите, поэт Белов. Да. Белов. Поэт Белов. Так, парк пустать немедленно.
Так, дайте я сам позвоню. Товарищ, дайте я сам позвоню. Прекратите безобразие. Что такое? В чем дело? Что такое? Спокойно, спокойно. Почему это? Почему вы? Слушай, почему я не могу пройти? В чем? Что это за безобразие? Почему я не могу к нему пройти? Успокойтесь, здесь работают, а вы ходите. Безобразие. По какому праву? Где здесь администратор? А что такое? Администратор, спрашиваю, где? Там, по коридору. Так. Что вы себе позволяете? По какому праву? Кто вам дал право издеваться над людьми? Я вас спрашиваю. Я не понимаю, о чем вы. Не понимаете? Моя фамилия Белов. Игорь Белов. Это вам ни о чем не говорит. Ни о чем не говорит. Нет, это пока мне ни о чем не говорит. Вы писали... Кто вам дал право издеваться над людьми? Я вас спрашиваю. Какой это поэт? Кто сочинил ему этот бред? Подождите, кто? Подождите. Успокойтесь, пожалуйста. Это мой ученик. Это мой ученик. И предисловие написал Евтушенко, между прочим. Я не понимаю. Между прочим. Я никак не могу понять. На кого это рассчитано? На кого? Я не понимаю. Кому это показывают? Я не понимаю, в чем ваши претензии к нам. Причем здесь мы, если фильм снимал совершенно другой человек? Причем здесь вообще мы? А потому что людям в душу плюют. И, как всегда, никто ни при чем. Никто ни при чем. Ну, я доберусь до вас. Доберусь. Ну, а как тебя застать? Ну, не знаю. У меня каждый день читательские конференции по моим стихам. Вот, и возвращаюсь очень поздно. Но все же я не теряю надежды увидеть тебя, да? Да, доченька, я тоже не теряю надежды. Па! Вот чуть освобожусь, обязательно вещу тебя. Ну, целую, моя дорогая. Целую, папочка. Единственное. Целую, доченька, целую, дорогая. Целую. Пока. Замечательно. Как насчет пожрать? Так, решено, едем к моему приятелю, только никаких возражений. Все, хватит, я никуда не поеду, давайте. Верочка, я сказал, никаких возражений. Хватит, я не знаю, что ты хочешь приехать. Классный мужик, потом вы едете сам. Ну что, я вас тоже не знаю. Как не знаете? Вы же слышали, старый козел. Бестактные. Но это на всю жизнь, как размер головного убора. А, музыка орет, значит, жены нет дома. Боитесь ее, да? Галку! Это опять классный тебя! Бабушка. Я подходить не буду! Я босиком, можно, да? Ну, давай, беги. Ну, это не дело, старик, седьмой раз звонят. Ну, что это такое, ей-богу? Что ты говоришь? Вот я и говорю. Ты меня просто убиваешь. Тебя убьешь. Ты вечный, как птица Феникс. Алло?
Алло? Я... А, Наташа? Одну секундочку, Наташенька. Познакомься, пожалуйста. Это вот Верочка. Верочка, а это Боб. Классный мужик. Боб. Очень приятно. Алло? Скажите, Верочка, да, да, нет, я никуда не пропал. Феникс? Просто все дни провожу в редакции. Сейчас готовится новая редакция моих. Перышки, да. Какой носок? Давай договоримся завтра. Позвони сюда в 12 часов. Нет, сюда звонить я запрещаю. Нет, сюда не надо звонить. Угу. Позвони, подойди лучше к ЦУМу. Вот, 12 ЦУМу, часа. Пожалуйста. Договорились? Он же успел вам рассказать, что я пока толстый, шумный, добрый и глупый. И мозгов у меня за размер шляп. Состаришься, будешь писать обо мне мемуары. А ты чего стоишь? О чем мемуары, Игорь? А ну-ка садись. А? Нет, ты мне скажи, о чем мемуары? Боря. О том, как ты всю жизнь вешаешь девочкам лапшу на уши. Боря. Об этом? Борис. Или о твоей ассоциации душевнобольных, которые все-таки в один прекрасный день прибьют тебя. Игорь, ну о чем же мемуары? Боря. А мы к тебе поесть пришли. Ах, поесть. Пожалуйста, 7 минут. Сейчас Галенька придет, все приготовит. Пивка холодненького принесет, баньку растопит, спинку потрет. Ой, как завелся. Завелся. Завелся, потому что нечего мозги людям пудрить. Надо работать, вкалывать надо, понимаешь? Пока я со своей 180 инженерских работаю, живу и даю жить другим. А ты, конечно, гениальный поэт. У тебя 3 публикации в занюханной областной газетенке. А что дальше? Что случилось? У тебя даже дома нет. Ой. Вы знаете, Верочка, где он живет? Боря. В автомобиле. Это очень удобно. Проснулся, поехал, приехал, уснул. Ни тебе мебели, ни коммунальных услуг, никакой ответственности ни за жену, ни за дочь, ни за себя. Катишься и катишься. Лишь бы автомобиль катился. И катишься ты со своими «Жигулями» к чертовой матери. А в этой жизни бороться нужно. Понимаешь? Нужно бороться. Боря, злой ты сегодня. Дурак-то я не злой. Я добрый. Все, Боря, все. Я добрый, и ты мой единственный друг. Все, и все. Ты меня не безразличен. Замечательно. Вам, наверное, домой пора. Ты же слышала, у меня нет дома. А вот с Борей не соскучишься. У него какая-то вот... А вы что, правда, в машине живете? Да, сейчас увидишь все собственными глазами, только мне надо заехать в одно местечко. Я на 15 минут. А вы куда? Потом. Здрасте, Марья Николаевна. Здравствуйте. Откройте. Что? Эту кнопочку поднимите и откройте. Да-да. А где папа? Кто? Папа. Папа. Нету. Вижу, что нет. А вы кто? Вера, а ты... Дочка? Кто же еще? А зовут как? Зовут Лана. Лана? Ну, это же какое имя интересное. Да ничего интересного, Светлана, а коротко Лана. А вы как попали к моему папе? Да как? Да никак. Попросил, подвез. А вот теперь езжу. Помогает мне. Ну, понятненько. Он всем помогает. Добрый? Несчастный. Знаешь, он домой, по-моему, пошел. Сказал, минут на 15. Берет деньги из моей копилки, я делаю вид, что не замечаю. Зачем берет? А затем, что без денег. Он же не работает. Как-то не работает, а стихи? Какая же это работа. Видимость одна. Ну ты скажешь, что же видимость. Маяковский знает, что по этому поводу сказал? Мой папа не Маяковский. Любишь его, да? Очень. А ты? А я чего буду любить? Потому что у него все такие, как ты, влюбляются. Какие? Случайные. Ты же случайно к нему попала. Случайно. Да ты не бойся, я в твоего папу не влюблюсь. Нет. Помогает.
спасибо. А почему мне больше ничего от него не нужно? А мне нужно. Ой, ты не говори, что я здесь была. Пенечка, извини, задержался. Ну, во-первых, жена, не обижайся, но она у меня умница. Сначала бутылку полезла, потом я все объяснил, она поняла и... Во-вторых, дочь. Знаешь, какая у меня дочь? Лана, Лануля, Светлана Игоревна. Глазище, восторг, вцепилась вот так вот в меня и не отпускает. Просто ком поперек горла, не знаю почему, вот так вот ком взял поперек горла, еле вырвался. Да, и в-третьих, вот, четвертная. Получил перевод из редакции за новые стихи. Так что теперь мы в полном порядке. Куда теперь? М? Куда хотите. Хочу туда, куда хочу. Хочу туда, где нет меня. Только сон и тишина. И небо синее вдали. А мы с тобой совсем одни. Одни, одни. Нет, мне здесь не нравится. Поехали отсюда. Ну, воля твоя, но ты все-таки понаблюдай за холостяцкой жизнью. Здесь есть потрясающие типы. Вон, забивает козла. Это отец с сыном, оба ушли от своих жен. А вот рядом парень занимается пастерушкой. Он уже ушел от своей третьей жены. Привет. Привет. Есть новости. Что, опять дочь приходила? Да нет, дочь не приходила, но новости все же есть. А? Дорофеев умер, профессор. Не надо, ну,
Ребята! Ну не надо! В чем дело? В чем дело? Ну бросим же вас! Ну пожалуйста! Ну зачем вы? Ребята, идите своей дорогой! Вы не трогайте его! Ну зачем вы это делаете? Где дочка? Где дочка? В каком дворе? В каком дворе? Ты видишь ее? Умоляю, подойди к окну и посмотри. Умоляю, подойди к окну и посмотри. Видишь ее, да? Видишь? Правда? Видишь? Спасибо. 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 Подонки, а? Сволочи! Подонки! О, гады, а? О, суки, а? Спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно. Сволочи. Григорий Семенович. Здрасте. Да-да, вы у нас, кажется... Да-да, я неоднократно, это дочь Григория Семеновича. А, хорошо, пожалуйста. Стихи.
Какие? Какие-нибудь. А, да, читала. Ну и как? Читается. А вот мне и нашим читателям нет. Между прочим, там не только мои стихи, а стихи моих учеников, очень талантливых поэтов из ассоциации «Крик». Между прочим, здесь не только ваши стихи, но и стихи ваших учеников. Пожалуйста, возьмите. Не подумай, Григорий Семенович, вы просто губите души их будущих поэтов. Позвольте, это очень серьезное дело. Губите их вы, а я их спасаю. Прочтите внимательно эти стихи. Я думаю, что они украсят любой журнал. Оглянитесь на себя, вы не молодой человек. Посмотрите, будущий Некрасов, поэт, Пушкин. И я молодая девушка. Любой журнал. Это только ваши стихи. Я поражаюсь. Это будущее нашей культуры. Я думаю, что любой журнал позавидует. Я китайский император. Все, брошу к чертям собачьим эту мельтешню, опять стану инженером, я классный инженер. Что понимать, что? Ой, да один человек нашелся, вот маленький такой один. Все еще вспомнят, все, я классный инженер, я супер классный инженер. Слушайте, да не делайте к черту, ты что, ты все про себя, про себя. Боже мой, вы можете услышать от кого-нибудь другого. Кому вы нужны? На что вы вообще можете воровать деньги у дочки? Ты что? Что ты говоришь? Домой, иначе, вы понимаете, домой. Жить, жить хочу, человек, и как все, понимаете, не Где ты так машину изуродовал? А. Опять дочка приходила. Я позвоню. Позвони. Странная она была какая-то. Ладно. Что еще? Толя Павленко съехал от нас сегодня. Жена забрала. Да черт с ними, черт с ними, со всеми. Молодой человек, позвольте пройти. Молодой человек, позвольте мне пройти. Вы Белов? Устали, сядь. Здравствуйте, я мама Алёша. Алёша Рябова, ваша ученика. Ну, худенький такой, рыженький, вы не помните? Как же так? Души вас не чают, молятся на вас, а вы не помните. Он худенький такой, рыженький, он самый молодой у вас. Он с вашей дочкой, с Ланочкой вашей, в одной группе был детского сада. Ему 15. Будет. Он не учится. Школу фактически бросил. По городу с этими, с вашими людьми. Он ежемилиция гоняет. А если у него талант? У него нет никакого таланта, совсем нет таланта. Он вообще ничего не сочиняет. Я как-то посмотрела два его стихотворения, бессмысленно и глупо. Посмотрю, посмотрю. Не надо ничего смотреть, не надо ничего проверять. Пожалуйста, выгоните его, но запретите бывать ему на ваших сходках. Он молоденький же, еще маленький, ему жить. Ну ладно, вы-то, вам же уже совсем ничего. А он совсем маленький. Ему 15 лет, а он ведь как... Как старичок какой-то.
Пожалуйста, помогите. Верните его в дом. Вы ведь можете. Пожалуйста, попробуйте. Я больше не могу. Я так тоже больше не могу. Будьте вы все... Я правда, я очень прошу, пожалуйста, помогите моему сыну. Пожалуйста, помогите, иначе ведь я прокляну вас. Я вас прокляну. Извините, мне в общежитии примерная 22А. Отвезете, а? Пошла отсюда, вон. Пошла вон отсюда. Иди вон отсюда! Иди вон отсюда, к чертовой матери, чтобы я никогда не видел! Иди вон отсюда! Вон отсюда! Плохо. Ну помогите кто-нибудь. Что такое? А что с ним? Да плохо вот человеку. Давай, поднимай, пожалуйста. Аккуратно. Вот сюда, в кресло. О, приходит сюда. Жалею. Ну-ка. А, что? Что? А что случилось? Что? Что случилось? А? Хотя бы кондиционер поставили. Нормально. Может, скорую вызвать, а? Да, нет, скорую. Какую скорую? Зачем скорую? Черт, не надо скорую. Творится. Никакой скорой. Черт, и что творится? За что только они деньги получают? Идем, идем. Выпейте, пожалуйста. А? Нет.
Лана пришла? Куда? Давно? Ладно. Дорогой, дорогой.